А как ты считаешь, как быстро и легко научиться русскому языку? Я считаю, что самая главная проблема – это языковой барьер и стеснение. Если человек его преодолевает, и он получает отличную практику, плюс еще с носителем русского языка или русскоговорящим, тогда его результат пойдет на высший уровень. А ты как считаешь? А вот лично мое мнение – это вам нужно найти любимые занятия, связанные именно с русским языком. Например, это может быть фильмы и музыка. Таким образом, вы можете совместить приятное с полезным. И также самый последний и немаловажный совет – это… Синонимы. В наши дни мы часто заменяем синонимы. И это самый важный факт. Также начнем с самого обычного. Приветствие! Как дела? Как ты? Как самочувствие? Как поживаешь? А ответ может звучать следующим образом. Хорошо. Отлично. Восхитительно. Замечательно. Я также, можно сказать, плохо. Так себе. Пойдет. Неважно. Это были самые простые примеры и полезные именно для вас, которые вы можете использовать в обычной жизни.